Гриша наш не бездельный. Он кормилец наш. Не смотрите, что без рук. Он сбирает. Что делает? Вот, слушай. Ну, сбирает. По избам ходит, в ресторане. Тяжелый труд, но день настанет неизбежный. Неумолимо грозный суд, неумолимо грозный суд. Наш век честь кругом, над миром наше знамя реет и несет ключ борьбы вместе гроб. Чудно у вас. Муж с женой, а не заговоришь с ней, не пошепчешься, будто чужие. А мы и есть чужие. Он, что ли, муж? И он просто товарищ. Уж теперь-то вы вольные. Теперь вам на все четыре стороны воля. То кровь работников на нем. А ты ведь ее жалеешь, барышня-то. Барышня на генерал-губернатора покушалась. Чудо ее уберегло. А то б казнили, да. Простить себе не может промаха. А Гриша у нас трезвый, не пьет. Не подносит, вот и не пью. Мне чего не пить? Без рук никого не обижу. Обидеть-то и словом можно. Даже убить наповал. А ты не обижай, не злобись. И никто с тобой не сладит. А сама чуть-чё, как сатана. И вправду испортилась я. В невестах-то кроткая была. А как пошла смерть по избе корчевать, взялась прибирать, кто под руку попадется. И уж не до кротости мне. Хорошо, после баньки. Народу много чего посулили. Свободу пожаловали. Штыки генералы за собой оставили. Выходит, по-вашему, все руби. Круши царя, казну. А вожжи кому? А если опять война? Кто же людям расскажет? Объяснит. Подати. Будут подати. Не подати, пожалуй. Налоги. Взносы. Какая свобода при нашей-то нищете. Ты накорми сперва, пристава укороти, чтоб морду не били. А то свобода. Свобода.
Катерина Ивановна. Да вот побоялась, не уснете при луне. Луна не мешает. Мысли одолели. А луна пусть. Голодный поди. Совестился, что ли, чтобы нас не объесть? Да что вы, Катерина Ивановна. Я сыт. Все ты об мужике печешься. О себе когда подумаешь? В Верхоянске на это время не хватало. Ну и что удумал? Ехать надо, торопиться. В Россию надо. Всем надо, а мне вот так. Да уж вы везде поспели, и в злодеи, и в святые угодники. В злодеи, да еще не раскаянные. А она что, и впрямь в графа стреляла? В графа или в князя, не знаю. А бомбу бросала. Господи, и Седой тоже. И ты? Да нет, мы с Мирной. Все, вот вы летите мимо. А куда? Да сел бы ты, Иван Васильевич, на землю-то. А я уж был на земле мальчишкой. Потом фабричная жизнь забрала. Ты фабрику-то живую видела? А что в ней? Прорва сатанинская. Вон тетя год в ней жил и выматывал, как мы в прошлый раз голодом мерли. Так он так сказал, пекло железное. Да, железное пекло. Молодой ты, гордый. Не укротила тебя жизнь. А сильная жизнь, она хуже смерти. Лучше, Катя, лучше. Видишь, живой. Да уж вижу. Как не увидеть? Уж я тебя приметила. Как ты в волость вошел, у меня душа и упала. Уходи, Катя. Уходи, душа моя. Иди. Пошла занавески поправить, ты разбудила его. Да и тебя он переполошила непутевая. Тебя как звать-то?
Он, я знаю, Иван Васильевич, а ты как будешь? Зовите Маш. Мы, я думаю, одних с вами лет. Только вы уже много успели, у вас дом, земля. Дочка. А я одна. А родня? Я порвала со всеми, так для них будет лучше. И он один? Его жену с новорожденной арестовали в Петербурге. Дочка умерла в тюремной больнице. Жену сослали на Украину. Он в тюрьме узнал о смерти дочери. Товарищи стуком передали. Как стуком? А вот так. Умерла дочь бабушкина. Вот так, значит, передали, а он и понял. Умный. А жену как зовут? Прасковья Никитична. Деревенская, что ли? Ясно, деревенская. Барынку-то Прасковья не нарекут. Господи, не погуби ты их, дай свидеться. Нет, завтра чуть свет, мужиков подниму. Бороды им повыдергаю, пусть везут. А нет, так сама вожжи в руки, да и в розвальне. Постановление крестьян Николаевской и Татауровской властей. Ноябрь 1905 года. Крестьяне Николаевской и Татауровской властей общественным приговором 9 и 11 ноября постановили не платить более кабинету за билеты при вывозке из лесу сухостоя, сучьев и валежника. Крестьяне села Кинон заявили крестьянскому начальнику, что дальше держать у себя военные части они не будут, а поэтому просят вывести поставленных к ним нижних чинов. А ты что ж, отец, без ружья-то? Кончился наш, окопы отняли. А генералом запасной солдат хуже домового. На Руси японца нет. Не равен сейчас и своего пульню. Понятно. А ты кто такой? Я-то
проезжий, транзит каковы. А, солдаты, а ходите как цыгане. Так ты чужой земле, чего же не ходить? Отцыганился народ. Наша рота со станции в разброд ушла. Не стали дорогу охранять. Почему чести не отдаешь, скотина? А потому не в казарме. Вижу чужой, думаю, ехать. Ваше благородие. Повтори. Ваше благородие. А это не гоже. Небось, слыхал, царский манифест вышел. Ты мне вы, и я тогда со всем моим удовольствием тебе вы. Я ж тебе... Научитесь обуздывать страсти, подполковник. Отнимут оружие, погоны снимут. Позор. Уезжайте. Спрашивали. Я из типографии. Он в Забайкале, Попов, сейчас, в Чите. А чьё-то его из Иркутска-то унесло? Да не все там. И Попов, и Якутов, и Баранский. Вы знаете, вы ссылку где отбывали? Верхоянский. Правильно. Значит, вы Бабушкин? Мне Попов говорил о вас. Вы устроились где-нибудь или так? Да так. Так, может, ко мне пока? А вы-то кто? Я Абросимов. Да вы не бойтесь. Мне и Курнатовский говорил о вас. Он тоже сейчас за Байкалом. У них там вся власть сейчас в руках рабочего комитета. Как вся власть? И что значит вся власть? Ну, железная дорога, телеграф, связь, газета своя. У них рабочая власть. Это у нас тут две власти. Кутайсов он губернатор, да мы объединенный стачный комитет. Хорошо, что уже 2000 лет одна была. Дискутируем вон с адвокатами, их разве переговоришь? Хотят парламент выпросить у царя. А я сразу почувствовал, что вы из ссыльных. Не похож я, значит, на приличного господина. Да вы вообще ни под какое сословие не подходите. У нас здесь в Сибири даже он ребятишки ссыльных сразу узнают. Вот поэтому мне и надо торопиться в Россию. Все торопятся, все бегут. Уголовников в каторге Сахалинской, выше крыши. А нужные люди все мимо и мимо. Петербург. Его императорскому величеству. Положение в Иркутске отчаянное. Бунт полный, всеобщий. На усмирение надежд мало. Прошу разрешения объявить военное положение, дав мне лично самые широкие права. Телеграфом. Здесь добавьте. На войска, возвращающиеся с японского фронта, рассчитывать трудно. А на местное население невозможно. Граф Кутайсов. Отправить шифром по военному телеграфу. Пока господа
забастовщики не соблаговолили забрать и ваши аппараты. Помилуйте, я сделал все для ублаготворения нижних чинов. Командирам предписано обращаться к солдатам на «вы». Не рукоприкладствовать, а лишь подтягивать. Это как подтягивать? На виселицу, что ли? Исключительно карцером или угрозой суда. Что происходит в армии? Легионы войск возвращаются из Маньчжурии в Россию. Сяхамы, бунтовщики. Генерал Бальдерлинг разумно предлагал возвращать солдат из Маньчжурии не сухопутьем, а морем из Владивостока в Одессу, чтобы штормы повытрясли из них крамолу. А через Сибирь двинут только казачьи части и особо преданные престолу. Из Харбина в Россию должен быть отправлен эшелон георгиевских кавалеров. Нас просят снабдить их и способствовать скорейшему их продвижению. А что, если задержать их и употребить в дело? Как это возможно? Спрятать паровоз, угнать в Иннокентьевскую или в Усольск, угнать, а кавалерам георгиевским втолковать, что их в Иркутске держит забастовка, что это она не дает им паровоз. И поэтому надо применить силу. Прежде-то бывали у нас, Иван Васильевич? Когда в ссылку везли. Я у Знаменского монастыря оглянулся. Город красивый, спокойный. Ну да. Ни копоти, ни фабричных гудков. Наш промышленность все по запаху слыхать. Маловарни да салатопни. Знаешь, скучно. То-то ваши все и уезжают поближе к центру. Не время вам пророков дожидаться. Что жаловаться на безлюдие, когда революция началась? Погоди, сейчас увидишь нашу революцию. Такого даже ты и не видал. Да его и не было нигде. Это уж так, наш сибирский Содом. Что это значит? А все в демократы подались. Всюду союзы пошли. Они самого слова революции как черт ладана боятся. В ином союзе 30 членов не наберется. А требует равного голоса с тысячами рабочих. У нас и кто в Якобинске-то? О, приказчики. Они ведь с революцией только до порога. Господа, я выступаю для тех, кто готов быть не верно подданным, а гражданином. Вот любуйтесь, наши знаменитости. Люди не ждут. В Питере вспоминать будете. Князь Андроников, адвокат, либерал. А с трубкой на диване это доктор Мандельберг, член комитета РСДРП. А вон у стены черные рубашки лохматые, Кулябка Корецкий, бомбист, глава эсеров. Растут буквально как сказочный князь Гвидон. Ваши союзы растут как поганки после дождя. Пожалуй, как грибы при благоприятном дождичке. А кровопролитие, о котором говорят господа Кулябко-Корецкий, противно российской демократии. Назрела необходимость создания единого центра, союза союзов, который представлял бы все оттенки российской демократии на основе равного, повторяю, равного, а не пропорционального представительства. Масса не должна возобладать над личностью, так же, как союз, самый многочисленный, не должен давлеть над малым. Сегодня у нас последняя попытка создания такого союза союзов. Он и возглавит борьбу за демократию. За революцию. Предупреждаю, господа, по долгу присяги его императорскому величеству, я голосовать за крайние меры воздерживаюсь. Так серьезного дела не начинают, господа. Вас кто прислал? Присылают лакеев. А я делегат от служащих Сибирского банка. Граждане делегированные от каждого союза должны подойти к столу и внести свои имена в списки. От союза служащих казенной и контрольной палаты два делегата.
Называйте число членов Союза. От какого числа мы избираем двух делегатов? Это бессмысленно. Мы бы ограничились одним членом от каждого Союза, если бы личная неприкосновенность была гарантирована уже сейчас. От инженеров 2 делегата. От дантистов, ну, мы их знаем как собственную зубную боль, 2 делегата. Снаряд для метания рукой или ручная бомба применяется главным образом для поражения объекта осколками от корпуса бомбы. Представляет собой пустотелый чугунный шар с огнепроводным шнуром, снаряженный бризантным взрывчатым веществом, в данном случае шимозой. Показываю принцип действия. Всем сидеть. Взрыв. Возмездие свершилось. Кровавый тиран уничтожен. Цитирую. Изучая миллионы законов, которые тяготеют над человечеством, мы видим, что они могут быть разделены на 3 главных категории. Покровительство собственности, покровительство правительству, покровительство отдельным лицам. Анализируя эти 3 категории, мы приходим к следующему логическому и необходимому заключению. Бесплодность и вред закона. И дальше. Эти законы о правах собственности, составляющие целые томы и издания на радость нашим адвокатам, преследуют одну единственную цель. Покровительство несправедливому присвоению монополистами продуктов труда всего человечества. И поэтому они не имеют никакого raison d'être. Социалисты-революционеры твердо решили освободиться от них в день революции. Полным сознанием своего права мы придадим АОТ и ДАПЭ все законы, касающиеся так называемых прав собственности, все документы на собственность, все архивы, словом, все то, что имеет отношение к этому институту, который, подобно рабству и крепостничеству прошлых веков, является позорным пятном на истории человечества. Торгующих патриотов и всего 3 делегата. Что же мы, ниже провизоров сидим? Господа, получена телеграмма из Читы. Вот она. В Чите все твердо веруют в успех дела. В городе своя милиция. Войска перешли на сторону народа. Читинский комитет может добывать оружие в большом количестве. Пироксилиновые шашки, возможно, пулеметы. У нас полный успех на стороне социал-демократической партии. Не скверним свои руки. Весь пироксилин Кулявка Корецкому. К себе оставим разум и сплоченность. Вооруженную демократию граф Кутайсов утопит в крови. Съезды, митинги, волеизъявление народа, единство всех демократических сил. Вот путь к народовласти. Доверимся времени. Оно покажет. Мы здесь, в Иркутске, безоружны. А безоружное восстание — абсурд. Если хотите, преступление. Значит так, я продолжаю. Что такое голодовка? Цитирую. Тоже классовая особенность, но уже другого класса, который по природе своей должен быть и наиболее революционным, и наиболее... Единственным средством самообороны в тюрьме против режима и бесправия служила раньше и служит до сих пор голодовка. Это способ борьбы, унижающий самих борцов, и в то же время наименее действенный, но до сих пор применяется исключительно только он один. Происходит это потому, что другие способы, жалобы, заявления, петиции, давно потеряли всякое значение ввиду их полной бессмыслицы. Революционные способы, обструкция, деструкция, всегда ведут к еще большим унижениям, до избиения включительно. Ужасно не само голодание. Оно чувствительно только первые 2-3 дня, а дальше чувствительность эта притупляется. Ужасно то медленное разложение, которое наблюдаешь сам над собой. Хоть вы и хозяин в доме, господин Зотов, но подслушивать наши разговоры я вам не советую. Я продолжаю. Мы будем мирно брать уступку за уступкой. Сегодня телеграф, депо. Завтра типографию, городское самоуправление. Дойдет черед и до казар.
освобожденный народ разрушит их, вырвет у правителей уступки одну за другой. Чтобы потом разом вернуть правителям все, а самим захлебнуться в крови. Пусть на них ляжет кровь. На них, а не на нас. Простите, а вы кто? Вы политически ссыльный? Бывший. Эту уступку революция уже вырвала. Но за то, чтобы нам сделаться бывшими ссыльными, много отдано жизней. Как исказила вашу натуру ссылка. Привычка к подполью, к темноте, боязнь света и даже собственного имени. Как это еще крепко сидит в вас. А история требует от нас сегодня открытых действий. Мы будем парламентскими социал-демократами, как в Германии. Мы вышли из подполья. С визитными карточками, что ли? А вы что же, восстание хотите? Ну, готовыми надо быть ко всему. А будем вооружены, да солдаты с нами, а вось и власти отступятся. Да, у вас все вось, да небось. От Объединенного Стачного комитета Иркутского депо. 4 делегата. Самый высокий квота. Мы требуем не менее 10 делегатов. По одному от каждых 100 рабочих не так уж жирно. 4 хватит. Они вчетвером изведут нас пропагандой. О, выходит и в революцию. 100 рабочих не стоит одного толстосума. Ну на что она тебе, революция-то, любезный? Попрошу не тыкать. Позвольте мне. Я от рабочих Иркутского депо. Под соусом профессионального объединения Союз железнодорожных служащих стремится объединить воедино всю массу служащих на дороге, начиная с инженеров и вплоть до последнего чернорабочего. Не считая возможным в силу такого разнообразного состава организации в целом примкнуть к какой-нибудь политической партии, этот союз отнюдь не намерен ограничиться защитой только профессиональных интересов, а выставляет и политические задачи, формируя их в духе буржуазной демократии. Таким образом, истинная цель этого союза, берущегося за такое противоестественное объединение в одной организации инженеров и рабочих, это подчинить железнодорожных рабочих верхам, лишить рабочих всякой самостоятельности. Не идти же им в пасынки, в такое вот подчинение. У нас не будет подчиненных и правящих. Но голосования будут. А голосование, стало быть, и подчинение вашему буржуазному большинству. Вот вам и кабала, и рабство. Вы дезертируете? Не, господа хорошие, на такие условия рабочие железные дороги не пойдут. Бывайте здоровы. Это раскол. История не простит вам. Я буду свидетельствовать на суде истории. Бывайте здоровы. Дверь закройте. Да закройте же дверь! Телеграмма начальника Иркутского жандармского управления о положении в Забайкалье. Забайкальская железная дорога фактически в руках революционеров. В области начались аграрные волнения. В Чите войска присоединились к революционерам. Полиция заменена милицией, которой губернатор дал оружие. Корреспонденция властей не принимается. Необходима для восстановления законного порядка присылка надежных войск. 25 декабря 1905 года. Подполковник Кременецкий. Из письма военного министра министру внутренних дел Дурново. Весьма секретно. Милостивый государь Петр Николаевич, государь-император в 20-й день сего декабря высочайше повелеть соизволил командировать командира 7-го армейского корпуса генерал-лейтенанта барона Меллера Закамельского в Москву и далее на Самаро-Златоустовскую и Сибирскую железную дорогу для восстановления на них законного порядка и подчинения властям и уничтожение сопротивления
железнодорожных служащих. Генерал-лейтенант барон Меллер-Закамельский отправляется из Петербурга в Москву, откуда следует далее в особом поезде со специальным отрядом. 22 декабря 1905 года. Извольте, только вслух читайте, вам и адресовано. Начальнику Иркутского почтового округа. Предлагаю вам немедленно уволить со службы всех забастовщиков. В 7-дневный срок очистить от них казенные квартиры. Всякая уступка мятежникам будет приписана бездействию властей. Дурного. Министр внутренних дел шлет вам, начальнику почтового округа, именную телеграмму, а вы узнаете о ней из газеты. Телеграф в руках статичного комитета, а войсками я не командую. И полиции не досуг. Когда полиции, полицмейстеру возбраняется арестовывать, мы немногого стоим. Ну а ваши солдаты? Где ваш хваленый каширский полк? Каширцы отказались нести полицейскую службу. Накажите солдат, отказывающийся выполнять приказ, изменник, бунтовщик. Они, знаете, такое повидали в Маньчжурии, что у нас нет средств испугать их, разве что расстрелом. Но они смерть повидали в глаза. Мы сами развращаем их своей терпимостью. В Забайкале губернатор Холщевников уступил бунтовщикам всю полноту власти. Мы слишком поспешно из Иркутска удаляем полки. Только услышим, что в полках какое-то возмущение, отправляем. Что это? На следующие сутки после манифеста я отослал в Петербург телеграмму. Вы ее помните. Бунт полный. Ситуация отчаянная. Позвольте объявить военное положение. Каков ответ? Молчание. А теперь бездействие властей. Я первый ударил на бат. Позвольте мне представить вам подполковника Коршунова. Он обогнал состав. Это тот вооруженный эшелон с георгиевскими кавалерами. Да-да. Задержать эшелон в Иркутске, не давать паровоза. Да, но он приехал с чрезвычайным предписанием, и поэтому разговаривать с ним можно только в форме просьбы. Зовите. Господин подполковник, прошу вас. Прошу вас, садитесь. Благодарю. Вы свободны, господа. Как вам Иркутск? Жизнь без твердой руки. Без решимости действовать, ваше сиятельство. Мне предписывают меры. Запрещайте митинги, арестовывайте. А ведь это вразрез с манифестом. Кто же сейчас думает о манифесте? Жаль Сибири. По времени это мои. Понимаю. А как бы вы нам пришлись кстати? Ну, сколько-нибудь вам надо постоять? Давно в пути, в тесноте, в теплушках. Мой поезд из классных вагонов. У нас замечательные бани, лучшие в Сибири, с банщицами. Надо полагать, что и продовольствие вам необходимо, и вино. Я могу простоять сутки. Надеюсь, этим мы не нарушим предписание. Столицы подождут. А сегодня прошу ко мне на обед, а вось и накормим, хоть и в голодном крае. Благодарю вас. Припугнуть бы нашу улицу, одно это было бы благодеянием. У меня строгий приказ не допускать случайной крови. Голубчик, какая кровь, Сергей Ларионович, у меня святой план. Объявите отбытие
через 3-4 часа. Паровоза не дадут. Вечером паровоза тоже не дадут. А мы объясним георгиевским кавалерам, что этот паровоз угнали забастовщики. Никакой крови. Только припугнуть. Помогите нам вернуть телеграф. И для вас в столице репетиция. Через Читу мы прошли как сквозь Манчжурию. Даже паровоза нам не сменили. Здесь за кем дорога? В мастерских забастовщики. В депо наши. Паровозы тоже наши? И служба движения наша. Хорошо. Я готов помочь вам в ваших затруднениях. Есть у меня до вас просьба нижайшая. Драгомиров, полицмейстер Иркутский. Коршунов. Я вас до вокзала на рысаках домчу, но прежде два слова. А что, как вы прицепите одну теплушку к своему эшелону? Это смотря с каким товаром. Именно что товар. В Иркутске сошлось до 20 бывших ссыльных. Бремя для города. Этого товара к престолу везти я никак не могу. Увольте. Вожжи-то на железной дороге у них в руках. Почти до самого Омска служба движения бунтовщиков слушается. Прихватите ссыльных. Будет вам легкая дорога через всю смуту. Так вот и торгуйтесь с ними. Я не могу взять на себя случайной крови. Господи, да бросьте где-нибудь на полустанке в тайге. Пусть помаются. Я вам в санях-то скажу, какие курьезы бывают в сибирской зимой. Откуда прикатили, генералы? Издалека. Откуда? Из ссылки. Убивцы, значит. Мы политические. Не простые убийцы, а царя убийцы. Женское ли это дело? Как же ты, бабонька, на чужую кровь покусилась? Мария Николаевна. Погоди. А вы как посмели? В Манчжурии не землю пахать ездили. Убивать. Мы по разрешению. При нас командиры, батюшка. Ну и скольких нужно убить, чтобы Георгия заслужить? Зря не дадут. Даром не повесят. И кого убить? Может быть, такого же крестьянина, как вы. Только вы пшеницу сеете, а он рис. Пшеницу. У нас не каждый год рожь родит. Пшеницу захотела. Слепо стреляете. А я вот знаю своего врага. Целилась в палача, который приказывал сечь даже женщин. Ну, зачем бабу сечь? Ее за волоса потаскай и будя. Бабу и от вас женю будет. Она и сечена сладкая. И тебя тоже шампалами правили? Через холстинку? Или раздемши, а? На, на. Идем, идем. Да погоди, сеня, куда же ты? Едва увидел я сей свет, уже зубами смерть скрежещет, как молнией косою блещет, и дни мои, как злак. Никто троковых когтей, никакой тварь не убегает. Монах и узник, снег червей, гробницы звезд степи.
я вот, когда руку вот так держу, так тогда могу дышать легко. А опущу, так сердце болит. Ну как? Нашли старых знакомых? Ага. Их пересажали всех. Ну ничего. Вы новых завели. Здесь комитет РСДРП у меньшевиков. Публика все устроенная, благополучная. А наших мало. И неопытные. Да. Жаль, что не видели иркутских улиц. Жаль. Так все и бурлит. Не бы не околеть пути. Да ехать бы до России, до Питера, успеть делу. Успеем. Я старый солдат, всякого повидал. Если хотите домой, к женам, детям, к мирному труду, если хотите домой, перебейте забастовку. Да что вы, нехристи, что ли, своих убивать? Пусть лучше им придет погибель, а вам откроется дорога домой, на родину. Паровозы давай! Загоните их в степи! Вы за Россию голову клали, а они в забастовке! Перебейте их! Сам полицмейстер Драгомиров, это просто так не приходит. Они не пускают вас к родному очагу! Они захватили поезда с мукой! Они обрекли русский край на голод. У них в руках депо, телеграф, дорога. Они увели паровозы, спрятали их. Хотят, дадут паровоз. Они захотят, не допросишься. Инженеры бессильны. Вот они. Забастовка лишила их власти. Они больше не хозяева паровозом. Пущай крест положат! Орлы! Государь отпустил вас домой с почетом, как героев, при оружии. Неужто вы будете спокойно смотреть на самочинство, на разбой и погибать из-за них здесь, в Сибири? Вот они, христопродавцы! Да дайте ж хоть повиниться за бастовки-то! Пусть говорит! Давай! Паровоз давай! Паровоз давай! Держи шапку! Уши отморозишь. Да тут ж не до ушей. Там голову не отвернули. Ну вот она, забастовка. Вся перед вами. Глядите. Страшная, да? Страшнее японца. Паровозы мы угоняем. Ну да, как же. И гоним. Так в Россию и гоним-то. Ну, старые, негодные машины. Вон ночами не спим. Только из депо подадим и в Россию гоним. Машинист иной раз на ногах не стоит, а ему велят, и он едет. Чтоб вам же, солдатам, часа лишнего в Иркутске не простоять. Да как же вы, братцы, простого-то понять не можете. Это ж власти боятся, чтоб вы, маньчжурские солдаты, в Россию приехали. А нам оно даже лучше. Езжайте.
Езжайте домой, расскажите, как оно воевалось. Гоните его, хама! Бежи его, братцы! Обожди, повяжешь! Я сам на плаху взошел! Ну, рассудите вы, братцы! Ну, зачем мне, рабочему человеку, держать вас в Иркутске? Чтоб вы ж меня и вязали! Да врет он все, что вы его слушаете-то! Врется! Три паровоза ночью стояли здесь на путях! Их начальство нарочно угнало. Один вон на станцию «Зима» далеко, а два рядом, вон, в Иннокентьевской. Мы бы пригнали их вам, да их рота Каширского полка охраняет. И ты, мужик, крест положи! Господа инженера, уважили нас! И ты крест положи! На него полицмейстер страху напустил. Вот он и забыл, какой рукой крестится. Да на тебе! А пошлите с ним в Иннокентьевскую команду и офицера построже. Пусть покажет, где власти паровозы прячут. Обманет? Делайте с ним, как полицмейстер велит. Давай! Вас здесь забастовкой пугали, а зря. Забастовка — это что? Свобода. А ее свободу нечего бояться. Ее свободу сам государь пообещал. Неужто от того, что на вас мундиры надели, вы стали другими людьми, и вам меньше нужна свобода? Я о чем говорю-то? А если и народ возьмется за оружие? Что тогда? Возможно это или невозможно? А, еще как возможно, когда людям вот как надоело терпеть. Вот задача. Народ за оружие, а вы против народа. Что Сергей тогда? Ларионович, может забрать не его? Не надо. Но должен я спросить себя, хочу я такой войны или не хочу? Вы же не жандармы. Вы же от земли, из фабрик взяты. Туда и вернетесь, не в барские кресла. Как же вам целиться-то в нас придется? Это только одному палачу легко. Петербург, начальнику генерального штаба. Встречаемые мною эшелоны запасных солдат представляют собой озверевшую, потерявшую всякий воинский вид орду. По возможности привожу их в порядок. Омск, командующему войсками. Прошу телеграфировать в Челябинск, что делается в Красноярске, как поступлено с мятежными войсками. Меллер Закамельский. Будто облако встал великий князь и со свитою оглядел кругом рать могучую. Что ж, все, давайте руку. Счастливого вам пути. А вы меня не удивили ничуть. К этому шло. Вы-то не казните меня, Петр Михайлович. Если бы вы знали, как я хочу в Питер, как мне надо в Питер. Голубчик, неужели нельзя уехать? В Чите, во всем Забайкале власть уже в руках комитета. И на западе до самого Красноярска. А Иркутск, центр Сибири, остался без вожаков. Ну, ни одного профессионального революционера. Люди превосходнейшие, город бурлит. Он накануне взрыва. Я обязан остаться. Просто обязан. Понимаю.
Что же вы в Якутске не остались, бабушкин? Там тоже славно митинговали. Загоняли лошадей, нас не щадили. Скорее, скорее в Петербург. А теперь остаетесь. Что это? Сейчас нет другого места в России, где бы я был нужен больше, чем здесь. Не понимаю. Как так можно никого не жалеть? Родные годами ждут, а вы остаетесь. Да, вы правы, меня ждут, и это мучает меня. Вот что. Возьмите адрес у Петра Михайловича. Если ему будет не под силу, зайдите. Там мать, жена. Скажите им, что Ваня жив. Они меня Ваней зовут. Бабушкин, поцелуйте мне руку. Ну, просто так, на счастье. Мы здесь больше не свидимся.